понюх, алло, где вы сейчас? Проношусь над среднерусской возвышенностью. Хорошо иду, километров 70 в час, а то и больше, светофоров же нет. Как дела у вас? Нормально. Как решаете проблему с питанием? А чё её решать? Ем и ем. Я тут на груди газетку постелил, колбаску нарезал, яички варёные, картошечку. У вас же руки заняты. Так что? Я наловчился. Носом придерживаю, в зубах нож держу. Чайку вскипятил. А как? Хренак! Кипятильником, корреспондент, как? У меня из ёмкости с собой только рот. В нём кипячу. Опять же, птицы пытаются присоединиться, но я их сдуваю. У меня от этого электричества такой напор идёт изо рта. Горячий, главное. А ну, подожди. О, села, зараза-то. Фу, 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 фу. Ух ты, смотри, обуглилась. Ой, совсем я разогрелся. Ладно, всё. Водочки и спать. Конюх, конюх, осторожно, водка воспламенится же. Да ладно, корреспондент, первый раз, что ли? Вот ты смотри, а чё ж так? Ничего ж себе, оно вспыхнуло, всё кругом озарилось. Вспышка справа, понимаешь?